как зовут? Меня зовут Рома Камышанов. Так, дальше кто у нас? Меня зовут Даня. И это кто у нас рядом? Меня зовут Яна. Так. Меня зовут Илюша. И последняя девушка? Карина. Карина, отлично. Ребята, что можете сказать? Вот вы какие? Умные стали? Да. А еще какие? Мы взрослые. Взрослые, отлично. Нам уже 7 лет. И вы собираетесь? В школу. Первый класс. А вы рады, что в школу ты идешь? Да. Да. За что наклейки дают-то? За домашнее задание. А что вам нравится в нашей школе? Нравится математика, нравится ему геометрия. Ну, русский с трудом, но стараемся. Нравятся отношения, нравится, когда хвалят. Да, всех называют, всех любит. Чему научился? А научился много чему. Практически всему. Да, практически всему. В принципе, мы только помогали так, чтобы учить конкретно. И ему интересно. На самом деле, во многом он заинтересован. Развивается. Сам даже периодически. Сам читает, сам пишет. Сам считает. Читает причем все. Да. Не жалеете? Нет, совсем не жалеем. Только радость. Мы, наоборот, очень рады, что мы к вам попали, что нам посоветовали. И мы, счастье, честно говоря, что ребенок научился нормально говорить, нормально, то есть без всяких там, нормально все воспринимать и на самом деле считать, писать, читать. Научился учиться. Стал адекватным, научился много. Да. Спасибо. У него не отбило желание учиться. Да. Да, пошел маме. И к этому очень серьезно относится. Да, кстати. Задание сложное или тяжелое, дети? Сложное. А легкие бывают? Да. Нет. Нет? Да. Все сложное? Да. Справляетесь? Да. Да. А самый тяжелый предмет какой у нас? Математика. Да? А самый легкий? А самый легкий? Играющий. Грамота. А, игры развивающие. То есть мы такие умные уже. Куда собираемся? В школу. Жалко, что уходим отсюда. Да. Учились, но будем уроки делать, приходить только к вам. Точно, если получаться не будет, будем приходить. Нет уж, учитесь делать дома уроки. Спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо. Как и бабу скрыть.